В Чебоксарах вновь изменят схему движения общественного транспорта. Предложение отдела транспорта и перевозчиков обсудили на совещании в столичной администрации. Транспортная реформа продолжается. После того, как зимой изменили схему движения маршрутов, а на городские магистрали вышли новые автобусы большей вместимости, выяснилось, что впереди еще много работы. Транспортная система – это не механизм, отлаженный раз и навсегда. Она должна приспосабливаться к нуждам города, к его запросам. Именно поэтому отдел транспортного обеспечения и связи администрации Чебоксар проанализировал результаты работы и обращения горожан. Подготовил целый ряд предложений, касающихся отмены одних маршрутов, продления других, изменения третьих. Окончательно решение будет принято после голосования на портале «Открытый город». Изменения будут внесены только по результатам голосования. Кроме того, обращаю внимание, что на этой неделе администрации города будут объявлены аукционы на осуществление перевозок автобусами среднего и большего класса. Обсудили и вопросы, связанные с подготовкой 11-го форума «Молгород». Как обычно, он пройдет в Заволжье и будет посвящен актуальным темам молодежной политики. Основная тема 11-го форума регионального развития «Молгород-2019» – 550-летие города Чебоксар. Также участниками форума рассмотрятся темы национальных проектов, площадка культуры и творчества, тематика проектной деятельности и добровольчества в городе Чебоксар. На совещании чествовали Валерия Гладкова. Бессменного руководителя единой дежурной диспетчерской службы наградили медалью за заслуги перед городом Чебоксары.